Что? Что это? Данька, иди сюда быстрее! Иди сюда быстрее, Данька! Что это-то? Посмотри на этот скин, сынок! Послушай эту музыку, сынок! Дай, хочешь, я тебе кое-что покажу? Что? Не, ну скин... Будем покупать его? Да. Нажимай тогда сразу, сходу, с лету. На, нажимай. На, нафиг. Прикольно. Не, там ничего, там звука никакого нет. Звука акуленок. Так. Ух ты. Тут. Водяной. Но это еще не все, смотри, смотри. Водяной барстас? Да, смотри сюда. Какашка. Что? Какашка. Будем покупать ее. Да, какашку. Лен, я там с нашего бюджета потрачу немножечко денег на какашку, ладно? Какашка, ладно, 199 гемов, ладно. Давайте, я куплю, давайте. Купили? Не, но имба просто, имба, атмосфера тут в Brawl Stars лютая. Ну что, ребята, этот момент настал. Лучший скин, который я ждал. Просто... Там еще радуга была. Просто жесть. Нажимаю. Стой. Ты, скорее всего, сейчас скажешь: холдик. А можно мне тоже? Данечка, купить подписчикам эти скины? Давай задонатим им, они тоже хотят. Давай, я 5 спайков и 5 приматов вам заначу. И 5 какашек. Хотите? Если хотите, то подписчики, давайте так, повторяйте за мной. Кто еще ни разу не выигрывал у меня конкурса, кому я еще ни разу не донатил, поставьте лайк, подпишитесь на канал. После чего, заходите в мой телеграм и нажимаете забрать какашку спайка. Кстати, к слову, Мелоди мы разыграли, и, кстати, вместо 5 победителей мы случайно выбрали 10. Возможно, мы в этот раз тоже ошибемся и вместо 10 20 выберем. Так что поздравляю всех счастливчиков. Представляете, как круто, люди, которые получили Мелоди бесплатно, они счастливы, они довольны. Если вы тоже хотите получить от меня бесплатно, то забирайте какашечку спайка и акуленка примата. 200 гемов на спайка, 100 гемов на примата. Теперь возвращаемся в Brawl Stars. Короче, у меня к вам есть предложение. Я не знаю, как вы на это посмотрите, но... Я не знаю, ребята, я не знаю, как это вам произнести, но вы знаете, что вообще самый любимый мой персонаж в Brawl Stars — это Спайк. И на него сейчас самые лучшие скины. Давайте, во-первых, ну давайте купим ее. Ой, какой красавчик. Мне больше нравится в этом Brawl Stars Герданом какашка. И вот этот, как там, этот... Спайдермен, и как там? Кто-кто? Вот этот. Кто? Как там? Спайк. А! Вот тот. Так, ой-ой-ой, иконка. Ну, слушайте, ребят, ну иконку я бы такой даже себе на канал поставил. Ну, сыночек, на стол не лезь. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Как это красиво. Так, давайте цвет ника подберем под... Ой-ой-ой, ребяточки. Это имба. Где Спайк, иди сюда. А сколько кубка у меня на Спайке? Ребяточки, у меня к вам есть предложение. Ну, мы вот получили скин, да, вот хочется на нем поиграть. Не, ну реально, вот я не знаю, что лучше, мультяшка Спайк или какашка Спайк. Посмотрите, на Спайка самые разнообразные скины вообще. Да вы посмотрите, какой он милашка! Милашка-какашка. Имба, просто имба. Ну, блин, у меня на Спайке 1000 кубков. О, тут испытание с акуленком. Что? Такое легкое, серьезно? Еще и призы Star получаем. О, а могу я на Спайке пройти это испытание? Короче, что я хочу? А может быть, Спайка на 35-й ранг капнем, ребят?
У меня максимальный ранг на спайке 32-й. Ну, уровень. Раньше ранги, да, я буду ранги, привычнее мне ранги называть. Может, проапать 30, на 35-й ранг? Давайте так. Если вы хотите, чтобы я проапал спайка на 35-й ранг, ну, точнее, попробовал, поставьте лайк. Если набираем 35 тысяч лайков... Не, мало 35, может 50 попросить? Не, ладно, 35, уже сказал. 35 тысяч лайков, я попробую спайка запушить на 35 ранг. Я серьезно, я уже спрашивал у тиммейтов, они сказали, ну можно попробовать, блин, давно не... спайка на 35 хотелось бы очень сильно. Ну, давайте пойдем в этот, в новое испытание. Надеюсь, я на спайке буду. Я хочу на какашке спайке. Давайте посмотрим. Да, смотрите, какуля спайк. Офиг, какой он смешной. Да. Посмотрите на него. О боже, ой-ой-ой-ой, ребята, кто сейчас кушал, извините, пожалуйста, но это жесть, вы посмотрите, он все обкакулил. Везде какашечки эти. Бам. Бам. Хорошо, мы выиграли. Блин, такой классный скин. Ну что, будем пушить спайка на 35 ранг, ребят? Я не знаю, я до сих пор сомневаюсь, надо это делать или нет. Страшно, если честно. Ай, блин. Не ожидал такой подставы. Это гол. Мы сейчас проиграем. Собрались. Какой 35 ранг? Не проигрываем. Все, собрали. А я еще гиперзаряд слил. Во, я даю. Но я просто немножечко думал, уже гол забьют. И я слил гиперзаряд, думал, хоть бы заюзать его хоть раз. Ребят, не надо так. У этого гиперзаряд. Так, хорошо, я подхилился. Ну, мы сейчас проиграем, ну, рил. Надо выбить мяч. Так, Мортис, лови. Боже, как... Фу, хорошо, Биби убил. Забьете? Да боже мой. Ладно, он гипер слил, это хорошо. Для нас это хорошо. Блин, он... Фух, забрали, найс. За Биби убить. У меня есть гипер, все. А, Биби не убили. Что там, Мортис забьет? Так, у меня есть гипер, сейчас накоплю ульту. Так, хорошо. Пожалуйста, не забейте. Нет. Тиммейты. Ну или я тупой. Скорее всего, второе. Ну я правда старался, я не знаю. Просто там Стю контролит Мортиса нашего, контролит Эдгара, поэтому такой немножечко. Да и Воробушек тоже. А, ладно. Ну мы как-то первый гол забили. Так, хорошо. Не, ну я это испытание проходить не буду, может на стриме разве что. Хотя его легко пройти, там даже бесконечные жизни. Блин, ну какой он офигенный, я чисто затестить скин зашел в каточку. Боже, ну он офигенный, ну он просто анимация, все прорисовано, иконка, пины, все что хочешь. Ребяточки, я вам подарю этого спайка бесплатно, забирайте его у меня в телеграме, ссылочка в описании, летите быстрее. Он сейчас забьет с ульты гол, да? Естественно. А можно не проигрывать, но рили, ну не хотелось бы. Ну офигеть, просто офигеть. Ну и все, это гол. Наверное. Нет, слови, пожалуйста. Фу, хорошо, хорош. Есть шанс. Боже! Боже, как он гол забил! Что происходит? Да, нам забили гол. Да вообще, вообще так тупо. Я не знаю, как нам забили гол, блин. У нас просто такие пики, блин, влетают в нас. Спайка выносит просто. А, с двух стволов только что меня прострелили. Да чё, чё так сложно, блин? Чё тут, киберспортсмены одни играют или что? Я не понимаю.
Да как так-то? Мяч, 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 выкини. Кому ты выкинул мяч? Да что они творят, господи, ну Гейл. Ну он отдал мяч Броку, ну что это? Боже, как какашечки прикольно разлетаются. Так. Хорош. Так, кого-то убил. Да он чё? Так, у меня есть все. Надо выигрывать, я не хочу им проигрывать. А, мы еще и проигрываем, реально, 1-0. Мы еще и проигрываем 1-0. И нам сейчас второй забьют. Боже, нам не забили. Ну вот самое интересное, да, что вы и не скажете, что это скин говно, да, то есть... Ну, будет необъективно. Так, ребята, у нас 46 секунд, давайте, собрались. Давай, 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 давай. Да боже, ну я не понимаю. Не. Просто Unreal какой-то. Просто Unreal какой-то. Я стараюсь. Блин, убиваю, убиваю, но что-то вообще не идет. Тиммейты не могут продавить. Ну чё, он умер, блин. Дай, дай пас, дай пас, дай пас, быстрее. Не знаю, блин, что-то не хватает. Скилла не хватает тебе. Ну и да. Ну блин, я не знаю. Тиммейты тоже чуть-чуть дичь творят. Я аккуратненько играл, реально. Блин, ну хоть одну каточку выиграть, ну что за приколы. Хоть бесконечной жизни. Прикиньте, я даже тут не пройду испытания, даже с бесконечными жизнями. Найс, ну все, наконец-то тиммейты хоть начали тут хоть атаковать. Так. Ой, ля, что творит? Блин. Так, ну... Нет, только не гол. Прискорбно. Вот сейчас опасно. Выбил мяч. Ну нет, только не гол. Пожалуйста, только не говорите, что это гол. Только не говорите, что это гол! О, я ни одну катку не могу выиграть! Я не могу ни одну катку выиграть! Что? Я ни одну катку не могу выиграть! Какой? Ну я не знаю, ну реально. Что? Да что я не так делаю-то, блин? Ну, 35-й ранг как будто не пойдет, не пойдет. Да я не знаю. Может, спайк тут не... Да не, нормально должен спайк подходить. У меня тиммейты какую-то дичь берут и не отыгрывают на ней. Ну вот как его законтролить? Где мои тиммейты? Чё они мертвы? Как мне одному против троих? Они уже расфармились нормально. Ну это жесть, чё так потно-то, блин? Киберспортсмены повозвращались. Ну все, это гол. Я не офну видос, пока не выиграю катку. Мне плевать. Забей, пожалуйста.
забивай, просто забивай. Я всех убил. Пригорает немножечко. Пригорает. Блин, найс, Фэнк. Как раз контролит меня, блин. Убил Фэнка, найс. Выбил мяч, все хорошо. Так. Пока хилюсь. Там Фэнк где-то должен подлететь. Блин, ну Фэнк очень контролит меня. Отлично, он сдох. Там еще этот Торрель стоит. Так, надо с этой стороны обойти. Так, ребзики, живите, живите. Давай, 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 мяч, мяч наперед, давай. Пас, пас, пасуй, пасуй, брат, пасуй, пасуй, пасуй. А ну сколько, интересно, по статистике, кто урона сколько нанес? Посмотрите, пожалуйста, вот. Ну ничего себе, Биби 90... А, 9600. Холдик, звездный игрок. Не, ну я реально в предыдущих хатках я старался не умирать, все дела. Но, блин, тиммейты как мухи просто. И стардропчик. Не, ну, ребят, ну больше я не осилю. Еще? Чтобы получить новый значок. Не, ну значок прикольный. Да не, ну пройдем, испытание пройдем. Короче, ребят, 35 ранг на спайке, если хотим. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Ну и скоро увидимся. Если хотите бесплатно от меня спайка, ссылка в описании. Если хотите купить, ссылка в описании. Бай-бай. Вы еще тут?